Всем привет! Снова я на прогулке. Вот они опять, наши козочки. Ну, не наши, а тут местные. И там вон коровка бродит. Все в одуванчиках. Красота. Такое же настоящее лето. Лето-лето. Жует травушку. Они привязаны. Сисяндры-то какие, мама дорогая. Вон, вторая тоже с сисяндрами. Корова чешется. Так, ладно. Не будем приставать к чужим животным. Иду гулять. Помню, сто раз уже показывала эту нашу прогулочную зону. Площадка, что ли. Но я туда не пойду сегодня. Я уже на поворот иду. Там вон детский автобус стоит. И возят автобус по ближайшим селам, наверное. Все, я поворачиваю. Клумочки. У меня ключи гремят в руках. Вот такой простор. Так, вернулась я с прогулки. Покупки мои. Зубная паста 27 рублей, по-моему, стоит. Яблочки, не помню сколько. Кошачья еда по скидке 200 рублей она стоит. Вот такой вот сыр. И вот такой вот мед. Всем привет! Вернулась домой с прогулки. На улице жарища, дома так, знаете, прохладненько и хорошо. Но это, видимо, за счет того, что у нас вот дома из таких вот блоков, не знаю, как правильно называется, но, короче, в общем, такой холодок в доме стоит. Что очень прекрасно, потому что на улице, я не знаю, ну, градусы 26-25 точно есть. Так, рыжая, черная морда пришла. Костюш, здоровайся. Здоровайся со всеми. Слышали? Это будем считать, что это он поздоровался. Ну, вот так вот она, чудовище мое, общается со всеми, с птичками, и включая меня тоже. С птичками, с рыбками, с собачками. Все, пошли дела делать. Так, я залила себе уже... как это называется, боже мой. Все, все из головы вылетело. Чечевицу, мама дорогая. В общем, залила чечевицу, чтобы она прорастала. Накрываю ее. Одну такую коробочку сегодня с утра смолотила. Пророщенную. Мне очень нравится на вкус. Вот реально молодой горошек. Поэтому вот сейчас себе ставлю на завтра еще одну такую вкусняшку. И в мультиварке подоспел супец. Супец прекрасный. Тоже из нескольких видов чечевицы. Выкинул, к сожалению, уже упаковку. Но это все те же супы ели, которые я рекламирую, за которые мне не платят. Все, сейчас я буду, на самом деле, ужинать. Приятного мне аппетита. Кстати, у меня уже тут тоже яблоня под окнами расцвела. Сейчас покажу. Вот так вот она. Так, это черная морда. Слоняет все. Смотрите, нюхает, нюхает. Уйди из кадра, Кристюш. Вот так вот. Там что-то посадили. И одуваны. Одуваны, одуваны, одуваны.
пошли домой. Костюш. Божечки мои. Вот она, дворовая крошка. Пошли домой. Все, мы домой. Пока-пока.